Добрый день, дорогие слушатели! Тема нашей сегодняшней лекции – натуральная школа. Мы сегодня рассмотрим формирование направления в русском критическом реализме, которое известно как натуральная школа. Определим творческие завоевания писателей этого направления, жанровую и тематическую специфику, проследим этапы литературной борьбы, покажем, что натуральная школа способствовала дальнейшему развитию русского реализма 40-х-50-х годов. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Общественно-историческая обстановка периода формирования натуральной школы. Натуральная школа и литературная критика. Писатели натуральной школы, продолжатели творчества Гоголя. Натуральная школа и ее роль в литературной борьбе. Идейно-стилевые разногласия в литературной борьбе 40-х годов. Натуральная школа оформилась в 40-х-50-х годах. Становление этого направления в русской литературе отмечено идейно-стилевыми разногласиями в литературном процессе 40-х годов. Основателем натуральной школы был Белинский. Он не только литературный критик, но и историк литературы. Позиция Белинского в оценке национальных основ русского критического реализма 40-х годов отличалась от его взглядов на литературный процесс 30-х годов. В первый период своего творчества он находился под влиянием идеалистической философии Гегеля. 40-е годы отмечены сменой его идейной позиции. Этому способствовала атмосфера реакции, цензурные запреты, движение литературы по демократическому пути, поиск нового деятеля эпохи, кризис дворянской литературы. Время требовало переоценки прежних позиций, движения вперед, утверждение ценностей национальной литературы. Гоголевский период русской литературы. В литературе появлялись новые имена, самобытные художники, которые нуждались в своем печатном органе, в теоретическом определении и систематизации художественного опыта. Оценивая русскую литературу от Кантемира до Гоголя, Белинский стремится понять творчество каждого писателя литературного ряда с точки зрения отражения в его произведениях определенного момента национального развития. Писателем, в творчестве которого национальное своеобразие русской литературы отражено в полной мере, Белинский считает Николая Васильевича Гоголя. Теоретическое обоснование натуральной школы. Писатели натуральной школы развивали завоевание критического реализма Гоголя. Теоретическое обоснование гоголевского окружения дал Белинский в статьях «Взгляд на русскую литературу», 1846 год, более обоснованно во взгляде на русскую литературу 1847 года. Тема маленького человека чиновного Петербурга, гоголевский вещизм, внимание к подробностям у писателей натуральной школы получили своеобразное преломнение. От Гоголя пошла мелочная пристрастность, а Веселовский считал, что одним из главных признаков новой школы было внимание к деталям. Для натуральной школы важен именно предмет как феномен изображаемого мира.
так как он является определителем мира реального. Художественный опыт писателей натуральной школы. Если у персонажа Гогена Акакия Акакиевича в шинели происходила эволюция его ценностного ориентира, переосмысление мотивов его поведения, а предметом мечты была вещь – шинель, то у писателей натуральной школы – Бутков, Майков – на первый план выдвигалась привязанность героя к дочери, невесте, подчеркивалось несовпадение официальной и бытийной его жизни. Художественный опыт натуральной школы получил окончательное завершение в «Бедных людях» Достоевского. Позднее писатели этого направления стали объединяться вокруг своего печатного органа «Физиология Петербурга». Разных по стилю и литературным пристрастиям писателей объединяло особое внимание к изображению городской и деревенской бедноты. Название «Натуральная школа» – визитная карточка. Название направления появилось с легкой руки Булгарина в 1846 году, который употребил его с целью дискредитации школы. Однако название прижилось и стало визитной карточкой целого направления критического реализма. В натуральную школу входили Некрасов, Тургенев, Достоевский, Даль, Герцен и целый ряд писателей-реалистов. Некоторые из них позднее отошли от направления, другие примыкали к нему. Состав натуральной школы был довольно пестрым, как с художественной, так и с идеологической точки зрения. Так молодой Тургенев в своих ранних повестях одновременно отдавал дань романтизму и натуральной школе. Поэт Некрасов прозаировал свои стихи, что послужило ему в дальнейшем опытом по созданию поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Сологуб Тарантас. Реалистический взгляд на вещи. Белинский высоко оценивал повесть Владимира Сологуба «Тарантас», в которой автор использовал композиционное построение мертвых душ Гоголя. Идею дороги во время поездки, идет диалог между путешественниками, возникает спор между славянофилом и западником, который так и остается открытым. Провинциальная Россия предстает в самом плачевном состоянии. Белинский сделал из анализа Тарантаса уничтожающий памфлет, направленный против славянофилов. К натуральной школе Белинский относил Панаева. Его повести «Барыня», «Актеон» критик считал завоеваниями критического реализма. В 1844 году к новому направлению стали причислять повести Владимира Даля, в творчестве которого был реалистично обрисован купеческий быт. В писателях натуральной школы, по мнению Белинского, проявлялась меткость изображения, реалистический взгляд на вещи. Новая школа и старая школа. Литературное противостояние. Новая школа в статьях Белинского противопоставлялась старой. Белинский был главным теоретиком натуральной школы, пользовался термином «натуральность». Впервые о своей программе «Новая школа» заявила в 1844-45 годах, когда к теоретическим статьям Белинского примкнули практики, произведения которых были близки его теоретическим взглядам. Это были молодые писатели Некрасов,
Григорович Достоевский. Окончательно она сформировала свою программу в трех литературных сборниках, один из которых назывался «Физиологией Петербурга». Натуральная школа и журналистика. Появление журналов и альманахов свидетельствовало о новом этапе развития реализма в России, говорило о расцвете журналистики. Наконец, литературная критика стала профессиональной и востребованной у общества. Альманахи не были новинкой у читающей публики. Их издавали декабристы и литературные кружки. Однако альманахи натуральной школы отличались от известной русской традиции. Они носили полемический характер литературного содержания и служили конкретной задаче – утверждению реализма. Фиксация социального типа в физиологиях. Теневую сторону столицы изобразил в своем творчестве Гоголь. Физиологии служили продолжением этой темы. Авторы описывали быт, образ жизни социальных низов Петербурга с разных позиций и с разной степенью художественности. Физиологический очерк был наиболее распространенным жанром школы. Целью очерка была фиксированная характеристика социального типа, его видового отличия, привычек. Некоторые натуралисты слишком увлекались документальностью, этнографическими зарисовками, отчего страдала художественность, но в любом случае читатель знакомился с такой стороной жизни чиновников, купцов, крестьян, которые до этого времени не были предметом художественного изображения. Подражание французскому. Натуралисты отличались разной степенью наблюдательности. Гребенко увлекался поверхностным слоем социального быта. Некрасову свойственен глубокий психологизм. Неоднородными очерки были и по методу. Реалистический синтез одних авторов соседствовал с примитивным копированием фотографии, граничащей с натурализмом. Русские физиологии возникли по аналогии с физиологиями де Бальзака, Жанена, которые писали об уголках Парижа, о жизни гризеток, ремесленников, продавщиц, горничных. В России появились альманахи, подражание английским и французским физиологиям, которые имели развлекательный характер. В России появилось девятитомное издание «Французы в их собственном изображении», в котором публиковались очерки Бальзака, Дюма и Жанена. Альманах Башутского. По аналогии был создан альманах Башутского «Наши, списанные с натуры русскими». Издание «Альманах» относится к 1841-42 годам. Развлекательное чтение было благосклонно принято цензурой. Совсем недавно погиб Пушкин, убит на дуэли Лермонтов, возбудители общественного спокойствия. Выпускаются очерки и в Москве, очерки московской жизни, а также в 1843 году славянофил Булгарин пишет очерк «Лицевая сторона» или «Изнанка рода человеческого». Башутский был талантливым очеркистом, однако в своих очерках «Водовоз», «Гробовой мастер» смешивает различные стили – реализм и сентиментализм, что снижает художественную ценность произведений. В «Гробовом мастере» Башутский усиливает социальную характеристику. Физиологические очерки Башутского в оценке Белинского.
Белинский смог по достоинству оценить мастерство башутского очеркиста, сказав, что его пройдоха-гробовщик умело мог очистить карманы как мертвого, так и живого. Башутскому не хватало проницательности. Социальная характеристика была скорее данью моде, чем продуманное изображение городских низов. Петербург мыслился им как идеальный город, лишенный пороков. Своими очерками автор старался доказать, что русский народ предан монархии, престолу. Если обратить внимание на то, что незадолго до появления очерков Башутского Львов создает по заказу Николая I гимн «Боже, царя храни», то становится совершенно ясно направленность очерков, физиологии, свидетельств идеального миропорядка. Физиологии – арена литературной борьбы. Отношение к французским физиологиям было противоречивым. Оно зависело от идеологических и литературных позиций журналов. «Северная пчела» писала резко отрицательно, преследуя при этом две цели – уничтожение натуральной школы и своеобразный отклик на революцию 1848 года во Франции. Выпуск журнала совпал с этим событием по времени. Положительно французские физиологии были оценены отечественными записками. Физиологии стали ареной жесточайшей литературной борьбы, предметом противостояния новой и старой школ. Особо острые высказывались против натуральной школы представители официальной народности славянофилы. Нападки на Некрасова и Белинского. Булгарин и Греч. С момента появления физиологии Петербурга началась планомерная атака на это направление. Поводом для защиты чистого искусства были физиологические очерки. Булгарин недоумевал по поводу того, какое отношение к чистому искусству имеет описание быта и жизни дворника в очерке «Петербургский дворник». С резкой критикой славянофилы выступили и по отношению к редактору Некрасову. Основные нападки были направлены на Некрасова и Белинского, знаковые фигуры школы. Славянофилы старались отгородить их от других участников, подчеркивали, что талантливые авторы просто попали в заблуждение. В этом сказывалась определенная идеологическая направленность, так как основная борьба развертывалась не против художественности, сколько против их общественно-идеологических позиций. Это была борьба против революционно-демократического движения в литературе, во главе которой стоял Белинский. У натуральной школы нет главы. Позиция Белинского в отношении к гоголевскому периоду подверглась изменениям. Раннее творчество Гоголя по-прежнему критик рассматривал в контексте натуральной школы. После его опубликованных Гоголем «Выбранных мест» из переписки с друзьями он перестал быть главой этого направления. «Теперь у натуральной школы нет главы», – считал критик. Белинский учитывал не только критику противников, но и близких направлению авторов. Поэтому он прислушался к замечаниям о недостатках школы, которые Никитенко высказывал в статье о современном направлении русской литературы. Согласен Белинский и с выводом Никитенко об однообразии, карикатурности и схематичности некоторых произведений.
Даже на фоне недостатков натуральная школа выглядела намного сильнее старой школы. Представители старой школы печатали стихотворения, многие из них отличались и высоким художественным уровнем, например, лирика Фета. Но они уже не были интересны обществу. Наэлектризованному общественно-исторической обстановке в стране и за ее пределами. Новый социальный роман. Натуральная школа не оставалась в долгу у славянофилов. На страницах их альманахов и журналов писали ответы, тем самым подогревая интерес к литературе у читающей публики. Более умеренную позицию занимали журналы «Современник» и «Отечественные записки», в которых печатались не только очерки, но и повести и романы. Такие произведения показывали, что физиологические очерки были только составным звеном новой школы, что демократизация литературы и интерес к социальным низам общество знаменует кризис дворянской литературы. Этот процесс неизбежен. Вознаменование этой позиции в 1847 году появляется обыкновенная история Гончарова, роман Герцена «Кто виноват?», двойник Достоевского. Полемичность была заложена уже в самых заглавиях произведения. Ученики, достойные своих учителей. Цейтлин отмечает, никогда еще у нас не вставал с такой остротой вопрос об учениках, достойных своих учителей, о последователях, которые несли бы вперед знамя художественного реализма. Жанр физиологического очерка стал на некоторое время самым популярным и литературном движении 40-х годов, так как он разрабатывал новый принцип композиции очерковых форм, которые получат продолжение в демократической литературе 60-х-70-х годов. Лучшие образцы таких очерков создали Некрасов и Салтыков-Щедрин. В тематическом плане очерк также не ограничился только бытоописанием столицы. Внимание уделялось и жизни крепостного крестьянства, так как этот период в общественной жизни страны был подготовительным этапом хождения в народ, с которым революционеры-демократы связывали надежду на крестьянскую революцию. В натуральной школе была популярна повесть. Идейно-тематическое содержание романов и повестей натуральной школы. Герцен написал повесть «Сороковоровка», «Даль русский мужик». Романы и повести натуральной школы наглядно показывали конфликт между романтизмом и реализмом, решая его в пользу реализма. Гончаров пишет роман «Обыкновенная история», «Запутанное дело Салтыков-Щедрин», в котором показан процесс изменения духовного состояния героя под влиянием социальной среды. Идейно-тематическое содержание романов и повестей натуральной школы, в которых социальная атмосфера влияет на судьбы обыкновенных людей, было близко западноевропейскому реализму 40-х годов. Белинский находил сходство между Гоголем и Диккенсом. Трудные времена для натуральной школы и ее журналов настали в 1848 году. Европейские общественно-исторические события, революция во Франции, волнения в Австрии и Пруссии, национально-освободительные движения в Венгрии, Польше и Чехии
усилили контроль за журналами. В России накалилась политическая обстановка. «Современник» фактически стоял перед угрозой закрытия. Имена Гоголя и Белинского были запретными. Артистическая критика Дружинина против натуральной школы. Писатели Тургенев, Дружинин, Григорович стали выражать более умеренные взгляды. Дружинин называет писателей натуральной школы псевдореалистами, обвиняет их в том, что они стремились создать нечто грандиозное из мелочей. Письма Дружинина в печати были первым толчком к разрушению школы. Дружинин написал статью «Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения». Статья Дружинина была ответом на цикл статей Чернышевского «Очерки гоголевского периода русской литературы». В этом цикле Чернышевский настаивал, что со смертью Белинского литературная критика сдала свои позиции. Литература питает критику, все теоретические завоевания Белинского остаются не только в истории литературной критики, но важны для художественного творчества. Дружинин предлагает создать новую артистическую критику, в которой будут прославляться вечные истины, служение добру и красоте, так как критика натуральной школы уже отошла в прошлое, в литературе все приходящее, а Пушкин может рассматриваться только как предшественник отрицательного гоголевского направления в истории русского реализма. Кризис натуральной школы. Григорьев считает оба подхода к оценке натуральной школы ограниченными, так как не дают полного представления о природе литературного произведения в его полноте. В этом отношении Григорьев прав, так как в пылу идеологических споров по определению ценности литературы гоголевского периода упущен главный фактор – художественность. Умеренные тенденции определились и в творчестве Григоровича, который в романе «Рыбаки» выступил с идеализацией патриархального крестьянства. Некрасов вынужден был мириться с этими переменами. Он даже пригласил в журнал новых сотрудников, которым были чужды эстетические и теоретические воззрения натуральной школы. В «Современнике» публиковались стихотворения, которые не соответствовали общей направленности журнала. Но это были произведения талантливых поэтов Майкова, Тютчева, Фета, Толстого. Реакционная атмосфера 50-х годов оказала еще большее воздействие на отечественные записки. Из журнала ушли Белинский и Герцен, репутация журнала очень сильно пошатнулась. В журнале печатались западноевропейские романы Диккенса, Бронте, Текерея. Русским реалистическим романам было отведено второстепенное место. Резкое усиление надзора за литературой коснулось даже славянофилов. Их стали обвинять в похвалах Гоголю, под которыми имелись в виду выбранные места из переписки с друзьями. Однако натуральная школа существует. Манн отмечает, натуральная школа, строго говоря, не представляет собой такого единства, которое подсказывается самим этим понятием – школа, и каким она казалась подчас современникам. Критик имеет в виду отсутствие у писателей единства тематики, стиля, языка.
Для писателей новой школы и в ее составе и натуральной характерно участие критических воззрений в художественном произведении. Новая литература утверждалась как демонстративная, не поэтическая, была близка к документальному и публицистическому стилям. Однако понятие «натуральная школа» существует и показывает сложный путь развития русского реализма и достижения первых русских реалистов. В теории литературы и в настоящее время бытуют противоречивые оценки не только натуральной школы, но и реализма литературы XIX века, который называют критическим, классическим, а также и просто эпохой романа. Последнее понятие вообще оставляет вне литературного контекста завоевание русской натуральной школы, без которой вряд ли мог возникнуть на таком высоком уровне русский реалистический роман Достоевского и Толстого. Связь натуральной школы с микросредой. Хализев совершенно прав, считая, что существование классического реализма прошлого века не в социально-критическом пафосе, хотя он и играл немалую роль, а прежде всего в широком освоении живых связей человека с его близким окружением, микросредой. Вопрос о критическом реализме, то есть новой школе, остается спорным и в настоящее время. Нельзя напрямую отождествлять критический реализм с натуральной школой, которая резко отмежевалась от романтизма. Причем многие авторы натуральной школы оставались одновременно реалистами и романтиками. Противостояние романтизму было данью литературной традиции натуральной школы. Между тем, существовала преемственность романтического метода, описание внутреннего мира героя, психологизм, без которого не возник метод реализма. Рябь на воде. Родоначальниками русского реализма считались Пушкин, Крылов, Грибоедов. До настоящего времени почти не учитывается значение влияния романтизма на творчество реалистов-классиков. Владимир Набоков категорически не признавал Гоголя реалистом. Считал, что Белинский и Чернышевский объявили натуральную школу гоголевской, упростив реальный, мистический и фантастический мир Гоголя пониманием сниженного предмета изображения. Он писал: «Гений Гоголя – это и есть та самая рябь на воде. Дважды два будет пять, если не квадратный корень из пяти. И в мире Гоголя все это происходит естественно. Там нет нашей рассудочной математики, ни всех наших псевдофизических конвенций с самим собой. Если говорить серьезно, не существует». Художественный опыт русских физиологий. Художественный опыт этой школы просматривается в произведениях Достоевского, особенно в ранний период творчества. В «Бедных людях», совершенно в манере русских физиологий, он описывает дом, в котором живет Девушкин. Дом напоминает Ноев ковчег, в котором живут люди различного звания и материального достатка. Такие же приемы можно обнаружить у раннего Льва Толстого, «Рубка леса», Салтыкова-Щедрина, «Губернские очерки». События 1848 года и последующая после них реакция способствовали тому, что между писателями и критиками демократического и либерального направлений началось идейное размежевание.
Либеральные писатели стали отходить от завоеваний Гоголя и критической платформы Белинского, углубляли свои связи с литературой официальной. Итак, мы с вами изучили тему «Натуральная школа». Это направление в литературе критического реализма 40-х-50-х годов, которое продолжало завоевание творчества Гоголя. Объединение формировалось в острой литературной борьбе, не было единым, но обладало устойчивыми творческими принципами. В русле натуральной школы сформировались новые жанры – физиологический очерк и социальный роман, которые получили дальнейшее развитие в литературе шестидесятников.